Привет! В этом видео поделимся советами, как путешествовать с ручной кладью. Если вы смотрите нас впервые, обязательно подписывайтесь и не пропускайте интересный и полезный контент. Сразу стоит уточнить, что у всех авиакомпаний разные параметры ручной клади. Например, в компании «Победа» это рюкзак размером 36 на 30 на 27 сантиметров, «Аэрофлот» 55 на 40 на 25, а «Визейр» 40 на 30 на 20. Не забываем и про ограничения вроде провоза жидкости объемом более 100 мл, ножей, пилочек и прочих колюще-режущих предметов. Тут компании также могут устанавливать свои правила, и это лучше проверять перед полетом. А теперь к советам и лайфхакам. Меньше вещей, но чтобы все отлично сочетались друг с другом. Не придется тратить время на подбор брюк к футболке и шорт к худи. Все отлично мэтчится. Перед поездкой лучше проверить погоду в месте, куда вы отправляетесь. Ожидается резкое похолодание или жара, будете к этому готовы. И объемные кофты можно заменить термобельем, которое а. займет меньше места, б. можно носить как основную одежду. А чтобы в рюкзаке не было беспорядка и опять же сэкономить место, можно использовать компрессионные кубы. В нашем магазине представлено много классных вариантов, про которые мы снимали отдельный ролик, ссылка в описании. Складной слинг Матадор или шопер для покупок, который точно пригодится, если не собираетесь постоянно ходить с рюкзаком. Займет намного меньше драгоценного пространства, а в комфорте вы не потеряете. Сюда же можно добавить гибкие флаконы для косметики, полотенца для пляжа и другие необходимые аксессуары. Просто выбирайте самые компактные, а лучше и многофункциональные, чтобы отказаться от лишнего. Вместо ноутбука и электронной книги можно взять планшет или вообще пренебречь гаджетами и посвятить больше времени изучению достопримечательностей. Если без покупок не обходится ни одна поездка, то часть вещей изначально можно не брать и использовать новые. И доехать легче, и на всех фото будете в новеньком. А если покупок оказалось больше запланировано, тут-то вам и пригодится ранее упомянутый шопер. Маловероятно, что небольшой пакет привлечет внимание на стойке регистрации и за него попросят доплатить, хотя все, конечно, зависит от сотрудника. Даже если у вас есть любимая подушка для сна в самолет, то не обязательно брать ее в каждую поездку. Если рейс короткий, то выспаться вы вряд ли успеете, а носить ее придется постоянно. И таких вещей в рюкзаке может быть много. Разложите их перед собой и откажитесь от лишнего. Если вы много путешествуете, правильный рюкзак вам просто необходим. Можно выбрать модель с большим количеством карманов, чтобы не брать дополнительные органайзеры или остановиться на модели именно для перелетов. Например, есть прекрасные рюкзаки Cabin Zero, которые для этого и предназначены. Размеры подогнаны под требования большинства авиакомпаний, а квадратная форма позволяет удобно разместить все необходимые вещи. Легкие рюкзаки, где все место отдано вам. Обзор 28-литровой версии снимали, ссылка будет в описании. Делитесь своими лайфхаками в комментариях, давайте помогать друг другу путешествовать с комфортом, ну и не забывайте про подписку и лайк. До скорых встреч!